Всем здорово, с вами Дитр 94, это разговорный ролик. Помните, я недавно говорил о том, что один мой старый канал, Андрей Рябинин, заблокировали. Так вот, его, во-первых, так и не разблокировали, во-вторых, мне так и до сих пор не сказали, кто мне заблокировал именно ролики, кто мне кинул страйки. Да, я так и не добился от этих поддержки ни через почту, ни через этот Твиттер, вообще ничего. Так, ко всему прочему, 15 декабря блокнули остальные мои каналы, которые были привязаны к тому имейлу, которые к основному каналу. То есть это минус Гидр 94 Reactions, минус 94 Games, 94 это Montages и Гидр 94 всякая всячина. Все, их больше нету. Остались только вот Гидра 4 Reforge и Reforge 2. Это все потому, что они на отдельных имейлах были. Вот касательно летсплеев и реакций, я вот что думаю. Из того, что осталось, то, что осталось, у меня остались закрома кое-где с роликами. То, что осталось, я перезалью на Гидра 4 Reforge и Reforge 2. Там в зависимости от авторских прав, которые на них есть на роликах. А для мыша при акции, для компиляции реакции, я все буду заливать на новый канал для мышапов. Я ссылку на него оставлю в описании. Я оставлю также Гидр 94 Montages, чтобы было проще найти. Конечно, там уже столько просмотров не будет, как раньше. Там вот, например, вот самый первый мой мышап там набрал вообще там 1,5 ляма просмотров. Сейчас вряд ли уже с такой цифрой наберется. Просто надеюсь, что меня хоть народ найдет, и я смогу потом продолжить новые мышапы делать и компиляции. Потому что у меня-то еще планы были. И помимо этого еще и другой монтаж тоже там планировался в дальнейшем. Как-то так. Кстати, по поводу вот этих вот перезаливов мышапов и этих реакций и летсплеев. Они будут с доступом по ссылкам. Почему? Потому что, ну, во-первых, они уже старые, типа, по сути, их уже никто гуглить не будет. Это будет так чисто для любителей поностальгировать, по сути. Они останутся в отдельном плейлисте там с перезаливами и так далее. Ну, и будут ссылки там с мышапов именно на эти ролики. Ладно, пока рассказал ситуацию так. Будем выкручиваться, начинать все по новой. Вот такие вот дела. До следующего видео.